повторяю, на прием пищи, больше они по городу нигде никак ничего не перемещались. Они как прибыли в аэропорт. Да, их привезли бортом, как прибыли в аэропорт, как они, кроме аэропорта и территории сборного пункта, нигде не перемещались. Но теоретически могут отдать команду выйти к нашему Белому дому. Нет. Ну почему? Нет, это неправда все. Потому что для внутренних, скажем так... А зачем с пулеметом ездить на прием пищи? Внутренних конфликтов, потому что он его не оставит посреди поля и приедет с пустыми руками. А они охраняют в поле? Они поле охраняют? Летное поле, да. Чем? Так а получается, во время приема пищи аэропорт безоружен и не охраняем, правильно? Нет, они охраняют в две смены. И вот та смена, которую они должны были сменить, вторая смена охраняет во время приема пищи, правильно? Так вы хотите сказать? То есть они всю смену снимают и вывозят для того, чтобы правильно прием. Мы с тобой это общались. Если бы ты вот день в армии прослужил, ты бы знал, что такое смена постов, что такое, что люди должны когда-то отдохнуть, когда-то принять пищу и в конце концов, извини, отправить естественные надобности. Ну, может, неграмотным людям вы убедите, но военным, которые служили в армии, вы им не сможете. И это будет полностью выходить. Я поговорю на любом подходящем и понятном языке. Вот как раз тот, кто служил, тот поймет. А тебе, я говорю, я с обеда уже устал объяснять. И ты все равно мне... Угу. Ты меня решил додолбить, наверное, у тебя не получится. Потому что я повидал таких, как ты. Скажем так, украинская армия частично переходит.